Для восьмиклассницы Ани этот день один из наиболее важных и ответственных. Прилежная ученица, отличница, надежный друг, творческий человек. Девочка привыкла быть в центре внимания, но сегодня сдержать эмоции удается с трудом. Получение первого взрослого документа, паспорта – это не просто важно, это очень ответственно. Настоящий гражданин должен быть ответственный, отзывчив, должен всем помогать, в принципе. Но... любить свою родину. Сегодня в торжественной обстановке свой первый официальный документ, паспорт гражданина Республики Беларусь, получили еще 22 школьника Московского района. Все они лучшие в своих учебных заведениях. А это значит, что первый осознанный шаг на пути формирования активной гражданской позиции они уже сделали. Они становятся полноценными гражданами нашей страны и пойдут дальше по жизни с этим уже уверенным началом. И я надеюсь, что они пройдут этот путь с достоинством и с честью пронесут высокое звание гражданин Республики Беларусь. Потому что, как бы пафосно ни звучало, именно в этих ребятах, в руках этих ребят будущее нашей страны. И от них зависит, как наша страна будет в дальнейшем развиваться. И я думаю, что у них должно все получиться. Торжественное вручение паспортов юношам и девушкам в День Конституции уже давно стало особой традицией, которая проходит в рамках акции «Мы – граждане Беларуси». Вместе с первыми официальными документами школьники получили в подарок памятные сувениры от районной организации «Белая Русь» и экскурсию по музею-лицея, где представлен Брест – город будущего.